Получилось домашки вообще. Как ты вот дома легко справляешься с задачами или нелегко? Ну так, 50 на 50. Некоторые проще даются, некоторые посложнее. Ага, понял. Ну давай начнем с классического определения. Вот понятно, что комбинаторика нам нужна для какого раздела в теории вообще? На чем основанная? На классической вероятности. Комбинаторика нужна для классического определения вероятности. По сути, что я хочу сказать. Вот у нас мы с тобой уже проработали сочетания, научились, перестановки научились, правильно? Да. И даже уже немножко научились размещение. А что дальше? Размещение мы с тобой хорошо знаем? Ну, нет, наверное, не очень. Не проблема. Давай мы с тобой для начала еще раз поработаем с парой задач на размещение и пойдем с тобой в классическую, соответственно, в классическую комбинаторику. Итак, ну давай возьмем эту задачу Боря, Дима, Володя, например. И, не знаю, какая-нибудь карточная игра. Вот. Боря, Дима, Володя. С каким способом можно сдать по одной карте? Какие есть идеи? Какие есть у тебя идеи? Ну, нужно посмотреть, сколько всего существует вариантов. Нам нужно, соответственно, с помощью формулы размещения. То, что какая идея в голове? Надо классификацию сделать. Какая классификация? Какая классификация? Ну, три человека. Три человека И всего, да. Да, молодец. каждый из них сдает и по одной карте. Нужно посмотреть вероятность каждого из этих участников, и потом произвести умножение. Давай мы сначала попробуем через размещение это сделать. То есть нам сначала нужно выборку взять. Сначала нужно выборку взять, правильно? Да. Полная группа у нас. Что там у нас полная группа? Ну, и сумма равна единице. Полная группа у нас 36 элементов. 36 карт. Да. Ну да, полная группа у нас 36 карт. Что дальше? Если полная группа у нас 36 карт. Ку-ку-ку-ку. Я думаю. Полная группа 36 карт. У нас есть 3 человека. Мы будем из полной группы делать выборку по 3. Мы же берем из 36, мы берем всего 3 карты. Вот у тебя колода 36 карт. Ты берешь рукой 3 карты. Карту одну даешь Володе, другую Диме, другую кому-то Пете. Ты берешь Да. рукой своей. Из колоды карт, у тебя 36 карт в колоде, 3 карты. Одну даешь Володе, другую Диме, другую Пете. Правильно? Да. Это размещение. Но ты можешь наоборот же дать сначала Володе эту карту дать, вторую вот эту и эту. Что значит? Тебе сначала надо взять выборку, а потом еще и переместить, что или как? Переставить? Тогда получается нужно размещение 3 по 36. Да, молодец. Со мной вместе повтори. Давай, я взяла из колоды карт 3 карты. Давай. Я взяла из колоды карт 3 карты. Это что за формула уже? Ты берешь выборку. Это сочетание. Молодец. Ты взяла 3 по 36, правильно? Сочетанием. Да. Ну, в одном случае ты можешь сначала первую карту, которую ты взяла из колоды, дать Володе, а в другом случае ты можешь дать, допустим, первую карту, вторую карту, допустим, и первую карту дать Диме, да, или там, или наоборот. Одних сочетаний здесь мало, правильно? Ты же можешь по-другому три карты раздать этим трем персонажам. Тогда То есть размещение получается. тебе нужно еще после того, как ты взяла эти три карты из колоды, ты же можешь потом их перетасовать, еще дать типа этому одну, эту другую, этому третью. То есть надо еще потом еще и переставить их. Правильно? Да. Чтобы проверить все возможные комбинации, чтобы вообще проверить все возможные комбинации, тебе сначала надо три карты из колоды взять. А потом эти три карты нужно еще сначала этому дать одну, потом эту другую, потом эту третью, потом поменять местами. И это называется размещение. Правильно? Да. Хорошо. Работаем дальше. Вот мы взяли три карты из колоды. Дали сначала одному эту, другому эту, потом поменяли. Размещение, значит, подходит на формулу. Формула размещения. Порядок важен? Да, важен. Конечно, важен. Поэтому пишем, пожалуйста. Пишем, если есть такая техническая возможность.
Если нет, я тебе могу помочь. Я буду сегодня твоими руками. Ну, сегодня последний раз, а потом я уже смогу сама. Хорошо, писать. Тогда я твои руки, а ты мой мозг. Договорились? А потом да. Меняемся, в следующий урок меняемся. Угу. А, значит, размещение АКПН равно, так, N у нас получается 36, факториал разделить на 36 минус 3 факториал. Ответ? Это, так. Как упрощать будем? Так, 33... Сейчас. Говори. Это получается... Говори так. Говори, представим 36 факториал как? Представим 36 факториал как 33 факториал умноженный на 34 умноженный да. на 35. Да. Представим 36 факториал как 33, 34, 35, 36. Супер. Далее. Что дальше? Как сокращать будем? Сложно. Я не могу. Мы разделим, ну, сократим 33, факториал с числителем и знаменателем останется 34 на 35. Да, очень большое число. Это получится что-то там 42 840. Проверять будешь меня? Надо, после меня урок проверяй меня. 82 840. 42 840 получится. Да. Так, поехали дальше. 42 840 посчитали. Что дальше? А какая схема другая решения? Ну, можно сначала через размещение, сочетание, а потом умножить на перестановки. Это получается 36 факториал умножить. Слушай, ты молодец. 33 факториал на 3 факториал получается. Внизу у нас будет всего 7140, да? 7140. И умножаем, получается, да. На что умножаем? На 36 факториал. То есть, правило комбинаторики, эти три карты можно переставить между Борей, Димой и Володей. То есть, это P от 3 идет, да? А, да, P от 3. P от 3 идет у нас. На 6. P 3, 3 факториал. 3 факториал, это 6, умничка. Дальше. Будем встретить методом brute force, будем считать? Да, можно. Давай посчитаем. Что это значит? Что за 6 способов ты получишь? Так, ну, допустим, первая карта А, вторая Б, С, третья это А, Б, С, А, С, Б, С, А, Б. А, С, Б, А, Б, А, С, Б. Да, молодец. Или можем записать просто в виде таблицы. Там семерка червей, там, да, там вот это все, девятка червей и так далее. Вот у нас есть такие варианты раздать карты, да, товарищам нашим. Угу. Такие варианты, такие, у нас всего их 6. То есть мы можем еще перетасовать эти карты там. Неважно, смотри. И аналогично, вот получается, у нас нужно умножить вот это число 7140 на шестерку, согласна? Да. Что получим? Ну, понятно, да? 42, 40. Да. Все, ответ засчитан. Дальше. Какая больше формула нравится? Раскидывать или вместе? Вместе как-то больше. С, Н, по К. Здесь у нас ПН будет у нас, например, да? Вот, С, Н, по К, ПН равно... Соответственно, ой, сори, здесь лучше написать ПК, сори. Равно получается чему? А, Н по К. Правильно? Да. Далее, ну все, хорошо. Соответственно, идем дальше на следующий слайд. Так. Ну, давай такая задачка со студентами, ты не против? Давай. Давай с студентами и, наверное, с размещениями закончим на этом. Хотя могу дать тебе еще другие задачки на размещение, если хочешь. Ну, можно, я посмотрю. Да, надо, молодец, это хороший ответ. Давай, считаем. Так, старосту и его заместителя. Ну, значит, старосту можно выбрать из...
23 человек, а заместителей из 22, потому что одного уже выбрали, так? Угу. Так, быстро соображаешь. Далее. Как будешь считать? Ну, это сочетание, получается. Что, есть какая-то здесь особенность в решениях? Как будем здесь решать? Ну, тут, ты мне говоришь, я пишу, короче. Если одновременно нужны старосту и заместителя, то тоже умножение, наверное, нужно. А, хорошо. Это тебе сердце подсказывает или кто тебе подсказывает? Ну, мозг. Хорошо, это правильный ответ. Я тебе ставлю плюсик. Мы берем с тобой два человека с 23, правильно? Да. Это надо их размещать или что? Мы, вот мы их выбрали двоих. Что дальше с ними делаем? Тусуем их? Ну. Мы их будем тусовать или не будем тусовать? Ответ короткий. Нет. Конечно, будем. Мы сначала должны будем. Выборку взять двоих с 23. Мы берем двух чуваков из 23, да? А потом да. Этому эта роль, а этому эта роль. Нет, я передумал. Хочу этому эта роль, это этому роль. Да. Понятно? Теорию игр будем изучать? Да. Нет, ответ неправильный. Ладно. Не будем изучать теорию игр. Зачем она нужна? Хотя, если ты любишь математику, можешь изучить теорию игр. Далее. Как считать будем? Это 23 факториала разделить на 23 минус 2 факториала, 22 факториала. Молодец. Мы представим 23 факториала как 21 факториал, умножим, да? 22, да? 23. Да. Сократим 21 факториал. Да. И у нас 22. Да, 22, 23 получается. 506. Ты что, посчитал в уме? Нет. Ага, я просто нифига себе. Может, ты? Я у тебя буду уроки брать, извини. Сейчас, 506, правильно. Совершенно верно. Ответ 506 чего? Крокодилов, сенаторов? Способов. Да. Выбрать что? Выбрать старосту и заместителя. Есть 506 способов. Это что, это серьезно? 506 способов выбрать старосту и заместителя из 23 человек? Серьезно? Серьезно? Да, серьезно. Да. 506 способов реально выбрать старосту и его заместителя из 2 человека из 23. Совершенно верно. Далее, переходим к новой теме, если ты не против. Угу. Дальше идем. По домашке я тебе дал все ссылочки, ты по ним можешь побегать, хорошо? Любишь бегать? Да, хорошо. Да, очень. Я гимнаст, я люблю больше что-нибудь делать. Верхняя часть тела, чтобы работала. Далее. Угу. Правила сложения и правила умножения комбинаций. Что касается этих правил. Ну, понятно, да? То есть, здравствуйте, матлогика. Матлогика, о чем она говорит? Мы с тобой знаем, что такое алгебра событий. Что такое алгебра событий? Ну, это когда происходит либо одновременно событие, то есть это и одно событие, либо второе событие. Да, совершенно верно. Итак, алгебра событий. Классическая у нас алгебра событий. Какие вообще бывают события? Расскажи-ка мне, пожалуйста, про это поподробнее. Так, события могут быть в плане противоположные или там достоверные, невозможные, случайные. Типа того, да, действительно. Какие бывают у нас события? Ну вот, достоверные, это, которые произойдут точно, невозможные, которые точно не произойдут. Случайные, те, которые могут произойти или не могут, в зависимости от случайных факторов. Это идеально. По-моему, ты с листа все читаешь. Ну, я учу это. Еще есть равновероятные события. Да. Что это такое? Это события, которые... вероятность которых равна. Совершенно верно. То есть равновероятные. А что такое равновозможность события? Вот каждый раз забываю, как правильно сказать. Но это... события, которые могут произойти
с одинаковой возможностью в нашем физическом мире. Например, как если простой пример, можно сказать, сразу же, допустим, какое-нибудь выпадение орла и решки. Если у нас монетка, просто сразу же приводи пример. Равно возможное событие, например, это только пример. Например, это выпадение орла или решки при условии, что у нас орел или решка. Какой? Какая монетка? Сбалансированная и имеет геометрически правильную форму. Точка. Точка. Это событие равновозможное. Выпадение орла и решки в данном эксперименте, в данном испытании равновозможное по причине того, что монетка имеет геометрическую правильную форму и имеет, соответственно, она сбалансированная. Супер. Точка. Все. Дальше. Правило сложения, правило умножения комбинаций. Мы работали тоже с комбинаторикой, но пора применять ее в деле, в дело вообще. Вот правило сложения умножения комбинации, оно говорит о том, что у тебя сложение – это математическая операция плюс, означает или. Повтори. Сложение означает или. Это математическая операция сложения. Матоперация – это сложение, но в плане или. Это матоперация сложения, или. Тогда, если мы вспомним про яблоко, грушу, банан. Что там у нас было? Яблоко, груша, банан. Что-то раздать? Ну, мы там что-то брали, там помнишь, там выборка 1, 1 яблоко, 2 способа выбрать, 3 способа выбрать. Помнишь, 3 из 3 выбирали с тобой фрукта, 2 из 3 выбирали или не выбирали? Я уже позабыла эту задачу. Ну, помнишь, мы выбирали фрукты? То есть мы выбирали 1 фрукт из 3, 2 фрукта из 3 или 3 фрукта из 3 выбирали? Угу. Один фрукт из 3, сколько способов есть? 3 способа. Молодец, 2 из 3. Константа. Да. Константа. Константа не считается, константа. Наташа, ответ 5 секунд. Константа. Ты же быстро мне ответила. Ты же быстро ответила 3 по 1, ты же быстро ответила, это константа. Ну, это я помню. То, что ты берешь нижний показатель. Три по одному нижний берешь всегда. Дальше. Два из трех. Когда верхнее число нижнее меньше нижнего на одного. Что берем? Хорошо. С 15 по 14. С 15 по 14. Ответ. 15. Да. Почему? Ну хорошо. Константа. Во-первых, то, что константа, это уже посчитано, что ты всегда берешь нижнее значение. Когда верхнее и нижнее отличаются на единичку, ты всегда берешь нижнее значение. У тебя есть намного больше способов. У тебя вот есть выборка на 14 элементов, а у тебя вся группа 15 элементов. Естественно, у тебя есть 15 способов разместить эти 14 элементов. У тебя выборка больше, чем количество элементов, которые ты выбираешь из нее. Поэтому мы всегда берем нижнее число. Далее. Это вторая константа. Первая константа, это когда у тебя один элемент выбирается из полной группы. Вторая константа — это когда у тебя элемент на один отличается от полной группы. И третья константа — это что? Когда невозможные события. Расти. Когда... Ты чувствуешь, я расту? Ну, люди все растут, но в плане... Ты чувствуешь, где я расту? 15, из 15, допустим. Да, это... Равняется, тогда 1 получается. Третья константа, правильно? Давай все константы повторим. Первая константа какая? Если один из... Неважно, какое количество. Неважно. Один, когда элемент выбирается один? Это первая константа. Будет нижнее значение. Всегда будет нижнее, да. Дальше вторая константа. Если верхнее меньше на нижнего на один будет нижнее число? Всегда константа, да. И когда верхние и нижние равны, то будет 1. Потому что физически взять 3 яблока можно из 3 одним способом. 3 яблока из 3 со стола ты можешь взять только одним способом. Да, берешь, берешь своей рукой и ешь. Далее. Угу. Ладно, смотри, теперь мы что сделаем? Вот пора понять, что зачем мы вообще ввели понятие правила сложения комбинаций. А потому что, если я попрошу тебя, я скажу, с какими способами можно выбрать хотя бы один фрукт? Вот хотя бы слово обозначает «или». Слово «хотя бы» обозначает «или».
Хорошо, тогда мы скажем то, что сколько у нас таких способов есть хотя бы не фрукт взять? Ку-ку-ку-ку. Или тогда... Ну... Я твои руки, пиши. Я твои руки. Так. С... А сколько... Так. Давай. Один, мы с тобой брали фруктики. У нас мы брали одни фрукты из трех, два фрукта из трех, три фрукта из трех. Я говорю, с какими способами можно выбрать один фрукт хотя бы один. Нам не важно, кстати. Нам не важно, слово один подразумевает, значит, ты можешь как бы зайти один, и два, и три. Нам вообще не важно. Слово хотя бы означает или. Можно взять или яблоко, или грушу, или банан, это С. Один по трем. Стоять, плюс, неправильно говоришь. С3 по одному. С3 по одному, плюс С3 по одному, плюс С3 по одному. Плюс С3 по два, по два. Что-то у меня, блин, по-русски уже не забываю, как говорить. С3 по три. С3 по три. Что дальше? Считаем. Ответ какой? Давай, константа, It's константа. Давай. Так, тогда будет... Три плюс один. Молодец. Константа пошла. Три плюс три. Легко считать? Вообще, по-моему, ты в уме считаешь все. Ты прикинь, ну, если бы ты не знал, что это константа. Да, было бы сложнее. Ну хорошо, ну, ты же можешь посчитать 7. Спокойно даже большие числа, вот такие. 15. Да, легко же, это же легко. Далее, все, 7 получила, правильно? Да. 7 чего? Способов выбрать хотя бы один? 7 способов выбрать хотя бы один фрукт. А что это значит? Можно выбрать либо один фрукт, либо из трех... два фрукта, либо... из трех, либо три фрукта из трех. Или все три фрукта из трех. И нам сложение комбинации предлагает без различия выбора. Нам без разницы, будет ли выбран один, два или три фрукта. Нам вообще не важно. Поэтому хотя бы мы воспринимаем как союз или. Далее, следующий слайд. Итак, мы скажем, что вот у нас опять студенческая группа. С кем еще работать, как не со студентами? Самое любимое дело. Берем 23 человека и говорим, что у нас есть юноши и девушки. Что делать будем с ними? Давай мы попробуем там какие-нибудь составить, там, не знаю, пары. Для начала выберем с той выборки по два человека одного пола, а потом пары будем составлять. Очень быстро стараюсь решать. Так, нужно выбрать двоих человек из 10 юношей. Это, молодец. Так, сейчас 10 по 2. С 10 по 2, молодец. Дальше пошла. Это будет 10 факториал разделить на 2 факториал умножить на 8 факториал. Смотри, я разрешаю тебе сразу же в уме знаменатель упрощать, да? И по сути верх сразу же раскрывать. Я тебе разрешаю это делать, ты уже более опытная. То есть ты уже можешь говорить наверху сразу не 10 факториал, а 8 факториал умножить на 9 на 10 сразу, что это на предыдущей операции. 9, ну тогда получается 9 умножить на 10, 90 разделить на 2, 45. Это очень быстро. Молодец. Дальше. Так, потом два человека. Это С... Девчонки. 13 по 2. Да, молодец. Сразу же прощаю. Так. 11 факториал умножить на 12 умножить на 13. Молодец. Разделить на 2 факториал умножить на 11 факториал. Это 11 сокращаем. 12 на 13, так, это я не посчитаю, наверное. Ладно, 78. 78. Но ты забыла поделить на 2 потом еще. Ну, я... Не забыла, да. А я не... телепатию еще не почувствовал, хорошо. Я не дошла до этого шага. Окей. 78 чего? Кого? Способов выбрать 2 человека из 13 девушек. Тогда можно конечно сразу же двух девушек. Мы же только девчонок-то выбираем, а там только пацанов выбираем. Ну, таким образом, ответ какой?
И существует 45 способов выбрать двух юношей, 78 способов двух девушек. Двух человек одного пола, без разницы какого, девушка или юноша, сколько способов есть? Неважно какого пола. Тогда нужно умножить 45 на 78. Стоять, почему умножить? Нам не важно какого пола, хотя или мы должны говорить, или вот этого пола, или этого. Тогда 45 плюс 78. Правильно. Почему нам не умножение? Потому что или пацаны, или девчонки, согласны? Да. Ну или же это сложение, повтори. Или это сложение. Это не умножение, или это сложение. Дальше. Хорошо. Теперь, что касается второго. Что там, что мы дальше должны с тобой поговорить? Так. Ну давай, теперь давай мы с тобой проработаем следующую задачку. Итак, что касается следующей задачи, давай тебе такую дам. Например, давай сразу же у нас то есть и тебе порешаем, сразу же на умножение. Тут же и так все понятно, да, по сложению? Да. Давай, правило умножения. Знак умножить мы трактуем как и, логическая операция и. Тогда рассмотрим с тобой, ну не знаю, такую студенческую группу. Сколькими способами можно расставить пару из девушки и юноши? Нам нужна девушка и юноша пара. Ну, значит, нужно выбрать одну девушку из 13 девушек, потом одного парня из 10 парней. И умножить, потому что нам одновременно два условия нужно выполнить. Так, мне что писать? С 10 по одному равно 10 способов выбрать одного юношу. Да, С 10 по одному совершенно верно. Сколько способов? 10. Дальше, девочки. И потом С 13 по одному будет 13 способов выбрать одну девушку. Дальше. Потом С 10 по одному умножить на С 10, 13 по одному равно 10 умножить на 13 равно 130. Выбрать способов составить пару юношей и девушки. Идеально. Идеально. Действительно. То есть у нас есть 130 способов выбрать девушку или юношу. То есть у нас 130 возможных пар получается. Правильно? Да. 130 возможных пар, если мы с тобой будем это делать. Хорошо, следующий слайд. Далее. Ну что, а теперь давай составим с тобой квартет. Будет у нас 4 человека, допустим, у нас будет группа музыкантов по 4. Да даже можем на предыдущей стадии доработать эту задачу. Если мы хотим уже двух девчонок, двух пацанов выбирать, что будет? Ну тогда мне нужно С 10 по 2. Угу. И С 13 по 2. Да. Это парни и девушки. Совершенно верно. Мы уже это, кстати, посчитали. Посчитали же это вот эти вот два уже. Мы же выбирали выборку по 2. Да, я не помню. 5 минут назад мы только что делали же выборку по 2 человека. Девчонок, пацанов. Ровно 5 минут назад. 45-78 получается. Совершенно верно. Мы делаем такой квартет, правильно? У нас будет 4, команда 4 человека. 2 девчонка, 2 пацана. Угу. Вот, пожалуйста, у нас получается, умножаем. Далее, иными словами, каждая пара юношей, 45 уникальных пар, может выступать с каждой парой девушек. 78 уникальных пар. Это, иными словами, у нас получается таких 3000 возможных групп артистов, представляешь? Много. Это много, конечно. Дальше следующая задачка. Итак, как ты видишь, мы с тобой, оказывается, комбинаторику уже применяем в задачах по вероятности. Кстати, мы еще вероятность не затронули, но совсем скоро у нас будет вероятность, совсем скоро. А сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 5? О, теперь чисел, поехали. Четырехзначных чисел, которые делятся на 5, значит, они... Трёхзначных, попроще. Трехзначные. Да. Должны заканчиваться на 0, на 5. Давай начнем как математики эту задачу решать.
Нам нужны три звезды, на которые мы поставим с тобой место разряда. Типа, там, единицы, десятки, сотни. Три звезды нарисовал? Есть. Что дальше? Ты рассуждаешь правильно. Последняя цифра какая? Надо понять, а сколько ты можешь цифр сюда вот, типа, на первую позицию поставить? А, так, на первую это 9. Почему? Ну, потому что 0 нельзя поставить. Молодец. То есть ты берешь выборку C 9 по... Наташа. По одному. Молодец. Ты берешь одну циферку с 9 и проверяешь, что получится. Дальше. Вторая выборка. А, так, вторая... 10, потому что можно 0 поставить. Четко. Дальше. Вторая выборка 10. И третья 2, потому что на 5 делятся те числа, которые заканчиваются на 0 и 5. Молодец. То есть C2 по одному? Да, C2 по одному. Молодец. Ну и это выходит 9 на, умножить на 10 и умножить на 2. Почему мы здесь используем умножение? Потому что одновременно должны выполняться все условия, то есть и условия первого разряда, и условия второго, и третьего. Да, это правильно. Хорошо. Сколько у нас получается? 120... Что же... Ответ? 180. Кого? Трехзначных чисел, которые делятся на 5. Да, действительно, надо писать подробно. Я тебе помогаю. Далее. А теперь поработаем с тобой с такой задачкой. Поработаем с задачкой, наверное, сколько существует выигрышных комбинаций. И, наверное, это тебе задача, наверное... Хотя, ладно, неважно. Давай мы с тобой лучше... Знаешь, что сделаем? Мы с тобой сделаем магию, если ты не против. Давай. Хорошо, тогда поработаем с твоей перестановкой с повторениями и уйдем уже на классическую вероятность, наконец-то. Вот сейчас мы с тобой сделаем перестановки с повторением. Сочетание с повторением делать мы с тобой не будем. Если есть желание, можешь дома сама этим заниматься. И мы с тобой заниматься на уроках не будем этим. И размещение с повторением мы тоже с тобой заниматься не будем. Потому что это тебе в данный момент не надо. И в ближайшее время точно не надо будет. Далее. Перестановки с повторением. Что это такое? С чем это едят? Мы с тобой первый раздел комбинаторики. На чем он основан был? На формулах. Без повторений. Без повторений, совершенно верно. А сейчас мы что будем делать? Повторениями. С повторением, умничка. Дальше. Соответственно, давай... Чем отличаются? Понятно, что здесь будет пожестче, побольше вариантов, правильно, с повторением-то? Да. Ответ почему такой? Потому что ты можешь использовать этот же объект повторно. Например, слово «колокольчик». Ты видишь, что тут повторяются объекты? Типа буковки — это объекты. Да. Ты с повторением можешь. Ты, прикол в том, что с повторением, если у тебя объект повторяется, ты можешь их использовать, потому что у тебя перестановки с повторениями. У тебя есть какие-то повторения, да, здесь? Угу. Вот, у тебя у объекта есть повторение в качестве буквок. Вот эта буковка, есть такая же еще одна буковка О. Это повторение буквок, правильно? Да. Поэтому это перестановки с повторением, потому что буковки повторяются. Ну давай, сколько мы можем с тобой? Различных способов. Как будем решать? Помочь? Давай помогу. Короче, составим с тобой, типа, там, Confusion Matrix. Ладно, шучу. Confusion Matrix — это статистика, это рано еще. Смотри. Это типа матрица ошибок, если что, Confusion Matrix. Смотри. К у нас 3 раза повторяется, О у нас повторяется 3 раза и так далее. Составили с тобой, что дальше? Делаем контроль, правильно? Какой контроль? У нас должно получиться 11. Почему? Что должно получиться 11? Это полно. Ну вот, мы сложили. Всего? Вот мы сложили все. Мы все буковки сложили, получил 11. Правильно? Да. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У нас всего 11 буквок. Проверили, получилось 11. Далее. Ну все, пора применять формулу какую? Там какая-то есть легендарная формула. Что-то P11 пофт. Наташа? Да, там... Какая-то ужасная формула, там что-то n факториал, там что-то делится на n1, n2 и так далее. Наташа?
Я так понимаю, что нужно знаменатели умножить вот количество, сколько раз повторяются те буквы, которые повторяются. Гениально. Мы пишем наверху 11 факториал, а внизу просто расписываем наших товарищей, и все. 3 факториал, 3 факториал, 2 факториал, do you feel it? 2 факториал, 1, 2, 2, 2, 1, и однёрки пошли у нас, да? 1, 1, и еще раз 1. Какой ответ? Так. Ой, там жестко будет, там будет жестко, там что-то будет типа вида вот такого, там 1 факториал это... По-моему, 39 миллионов 916 тысяч 800. Я точно, ну, на всякий случай проверить, потому что там 39 миллионов получится, да? И ответ у нас будет 550, сейчас, по-моему, это будет 5 лямов, 500, нет, 554 тысячи 400. Как тебе число? Не пугает? Ну, ты идешь вообще-то Data Science. Data Science, там знаешь, какие числа будут? Вообще там будет, ты в шоке будешь. Так. Хорошо. 554, 400. Вот и все. Больше мы с тобой комментарий заниматься не будем. Хорошо. Ты не расстроишься? Даже не знаю. Надо мне тебе задаю что? Задачи. Которые где? По ссылочке перейти, правильно? Да, ссылку ты скинешь, да? У тебя она есть, там ссылочки. Ссылочка у тебя есть. Ты же заходил в предыдущую задачку, там, где ссылочки по комбинаторике? Вот она и есть, эта ссылочка.